Всем привет, я Мэтт Уотсон из CarWow. Я за рулем Мерседеса AMG GLE 53. Справа от меня Volkswagen T-Roc R, а справа от него Porsche Cayenne Coupe. И мы устроим заезд. Подборка может показаться странной, но сейчас я вам расскажу о характеристиках. У этого Мерседеса бензиновая 3-литровая рядная шестерка с турбонаддувом и маленьким дополнительным электромотором на 22 лошадки. Вместе они выдают 435 лошадей и 520 ньютон-метров момента. Коробка 9-ступенчатый автомат, полный привод и авто довольно тяжелое. Масса 2305 килограммов. А еще дорогое — 80 тысяч фунтов. У того Volkswagen всего-то 2-литровый 4-цилиндровый двигатель с турбо на 300 лошадиных сил и 400 ньютон-метров крутящего момента. 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями, лонч-контроль и полный привод. С виду не конкурент мне, но у него и масса гораздо меньше. А именно 1575 килограммов. И он намного дешевле. 40 тысяч фунтов. И, наконец, Porsche. У него бензиновый 3-литровый V6 с турбонаддувом, также дополнительным электромотором, мощность которого 136 лошадиных сил. И совокупная мощность автомобиля 462 лошадиные силы и 700 ньютон-метров момента. Полный привод и 8-ступенчатая коробка автомата. А еще это авто самое тяжелое. 2425 килограммов. Больше мощности, но и больше массы. Цена? 71 тысяча. Так что же будет? Со мной сегодня два приглашенных водителя. Первый водитель в Volkswagen — моя мама, Салли. Мамуль, привет, как дела? Привет, Мэтт, все хорошо, как у тебя? А, замечательно, ты за рулем самого маленького, дешевого и наименее мощного авто. Волнуешься? Да нет, тут вполне удобно и хорошо мне, в самый раз. Ты знаешь, как пользоваться лонч-контролем? Да. И что нужно делать? Да, да, верно. Справится ли? Не знаю, скоро выясним. Но за рулем третьего автомобиля Porsche моя девушка Джо. Ну что, Джо, как дела? Привет, Мэтт, ничего, спасибо. Ты там за рулем Porsche, наверное, настроилась на победу? Надеюсь победить. Знаешь, это самое мощное авто, так что вполне возможно, но и самое тяжелое. Но это все же Porsche, правда? Ну что, дамы, готовы к заезду? Знаете, что к чему, как тормозить, газовать, все нормально, все настроились? В процессе. Ну так чего тянуть, давайте начнем заезд. Но перед этим обязательно подпишитесь на наш канал и не забудьте включить уведомления, чтобы не пропустить новые выпуски. И зафолловите наш инстаграм CarWow. Ну что, приступаем к заезду. Но перед этим, может, устроим небольшой саундчек. Подам газку, послушаем. О, есть даже какой-то выхлоп. Мама, можешь погазовать в своем Тироке, послушаем тебя. И послушаем Джо в Порше. Ты вообще завела автомобиль Джо или нет? Завела. Правда, он тронулся, когда я нажала на газ. Правда? Ну ладно, у тебя стоит передача драйв. Ну да, и левая нога на тормозе. Нельзя поддавать газу на драйве, а то поедешь вперед. Переключи на нейтралку и потом поддавай. Ладно, погоди. Хочет обеспечить себе преимущество, немного сдвинуться вперед. Я ее раскусил. Все равно не слышу. Ты поддала газу-то? Да, поддала. И с места не трогалась. Нормально. Нормально. Ну ладно, тогда начнем заезд, народ. Да, давай. А? Удачи вам. 3, 2, 1. О, мамуля хорошо стартовала. Опередила меня, идет вперед. Мама и Джо впереди, Мерседес, ну ты чё, что с тобой такое? Ах, Салли, молодец. А, меня сделали. Давай, Порше. Они совсем рядом идут. Ха, Мэтт глотает пыль. Едва пересекла финиш и по тормозам, типа все, с меня хватит. Ну что, мам, все хорошо? Да, 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 да. Понравилось тебе? Наворачивает круги, видимо, это значит да. О, да. Было здорово. Этот автомобиль шустрый маленький засранец, правда? Итак, каковы же результаты?
Volkswagen проехал четверть мили с места за 13 секунд. Porsche за 13,1 секунды. А AMG проехал четверть мили за 13,9 секунды. Теперь устроим гонку сходу. С 80 км в час машины в комфортных настройках и коробки в режиме автомат начнут отсчет. Поравняйтесь со мной, мама, ты где? Давай, мам, поравняйся со мной. Давай, вперед, еще, вот так. Так, теперь Джо, поравняйся, давай немножечко проедь вперед. Поравнялась, мам, готова? Джо, тебе тоже надо поравняться, ориентируйся на маму. Да вроде ровно. Нет, чуть-чуть вперед. Вот, вот так нормально. Отлично. Сейчас начну отсчет. 3, 2, 1, пошел, газу! Мам, дала газу? Дала! А да, идет вперед. Это обалденно. И Porsche вроде бы тоже уходит. О, у него спойлер приподнялся. Но вроде бы малютка Volkswagen догоняет Porsche. Жми, мама, думаю, ты обойдешь Porsche. Я скажу, когда тормозить. Нет! Жми, мама! Нет! Молодец, ты обходишь Porsche! Дурдом! Можно тормозить, мам! Тормозим, тормозим, тормозим. Можно не так сильно тормозить. У нас еще почти километр полосы впереди. О да, я этой машине приглянулась. Что такое, Джо? Ты начала довольно хорошо, но потом тебя сделали? Этот Тирок дурной. Хотела бы, небось, теперь оказаться за рулем Тирока, а не Porsche, Porsche. Ты-то, наверное, думала, что Porsche всех обгонит. А вот поди ж ты. Машина-то маленькая. Дело вовсе не в мощности двигателей и тому подобной чепухе. А все упирается в размер и массу автомобиля. Да ладно! Господи, боже, да тебе дорога в автожурналисты. Это все, что нужно знать. Правда. А может, стать сразу астрофизиком? Только если очень скверным. Типа уровня «Да, я Салли Уотсон, астрофизик. Главное, не спрашивайте у меня ничего по астрофизике». А я думала, что я уже победила. Я тоже так думал. Мне кажется, мама любит тормозить раньше, чем нужно, поэтому я сказал, чтобы она не сбавляла ход. Ладно, Джо, прости, в следующем испытании я буду тебе помогать, ладно? Уравняю шансы любимых дам. Ты весь день мне не помогал, мистер Уотсон. О нет, надвигается буря, вечер будет томным. Так, еще одна гонка сходу, на сей раз машины в спортивных настройках, коробки в ручном режиме и на третьей передаче. Так, ладно, равнение на меня. 3, 2, 1, пошел. Ох, подхватил так хорошо, и Porsche тоже. Куда интереснее, когда исключили из уравнения автомат. Porsche впереди, я тоже. Ну вот Porsche. Не зазевалась ли там моя мама? Хотя, сейчас она меня обходит. Поднажми. Давай, мам, поднажми еще. На какой скорости ты меня обойдешь? Жми, 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 не сбавляй ход, давай, жми, 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 жми. Жми, жми, трасса заканчивается, тормози, мать, тормози как следует, тормози. Тормози, тормози, ну что же ты? Не разбейся. Ну что, мам, как дела? Ты все по уму делала? Да, я сделала все, как ты сказал, поставила на третью и авто потом тебя нагнало. Porsche выиграл в этот раз, да? Да, выиграл. До этого ты пришла второй в драге, второй в обычной первой гонке сходу и первой в этой. А я, походу, продул везде. Проверка торможения со 110 км в час. Когда пересечем черту, тормозим до остановки. Равнение на меня. Вот, хорошо, идем. Так и держитесь. Так, ну вот и черта. Вроде... Тирок встал первым. Хотя, возможно, мама затормозила рановато. Не знаю, что там у нас с тобой, Джо. Ты победила? Не думаю. Выйду-ка проверю. Ну что, Салли, возьмете себе Тирок? Да, развлекаются, пока я тут впахиваю. Неплохая машина, да? Мне кажется, он вам подходит. Так вот, дамы, хочешь узнать, что у нас там с тобой, Джо? Мне кажется, ты меня победила. Видимо, я везде последний.
А мама везде первая, кроме одной гонки сходу. Славно. Прям слышу твой восторг. Прыгаешь там от радости. Ты, наверное, уже хочешь просто чашечку чая выпить, да, мамуль? Ну, так-то интересно было. Довольно милая машина и... Просто охи-вздохи. Даже не знаю, что это должно означать. Сами додумайте. Ладно, надеюсь, вам понравилось видео. Если да, поставьте нам лайк, дайте знать, что еще вы хотели бы видеть в комментариях. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали, и включите уведомления. Но я хоть как-то взбодрилась после локдауна. Так вы не пропустите ни одного видео. Если хотите устроить еще заездик другой с мамой или с Джо, дайте знать в комментариях. Также зафоловите наш инстаграм CarWow, а мой личный аккаунт MattWatsonCars, если, конечно, хотите зафоловить меня. Ну вот и все, спасибо за просмотр. Как только нос машины поравнялся с чертой, тормозишь. Справишься, мам? Мам, смотри на меня. Поравняйся со мной, а то ты была впереди. Да, вот так, вровень, мам. Немного вперед, вперед, мам. Вперед, еще немного вперед, мам, поддай. Немного газу. Немного... И еще немного, давай. Давай, мама. Вот так. И ты, Джо, равняйся.